Я здесь. Привет, Стивен. Я тебя вытащу отсюда. Как тебя зовут? Ларри Тейт. Но поверь мне, это совсем не важно. Главное, вытащить тебя отсюда. Я посмотрел твое дело и нашел там некоторые проколы. Мне не составит труда доказать незаконность твоего ареста. Я их по стенке размажу. Зачем ты это сделал со мной? Это не я сделал, это ты сам. Ты меня подставил. Нет, это только урок жизни. Я могу быть или другом, или врагом. Ты предпочел последнее. Но я пришел тебя утешить. Давай, дотронься. А? Тебе будет намного легче, дотронься. Но я не хочу. Что ты делаешь? Довольно? Довольно? Я знаю, как ты чувствуешь себя. Остановись, не делай этого. Я твой навек. Что ты делаешь? Меня же убьют из-за тебя. Убирайся. Билли. Я просто пошутил. Помнишь «Полуночный экспресс»? Оливер Стоун, если не ошибаюсь, получил за него Оскара. Обязательно посмотри его. Сэр, это тот человек, который меня подставил. Арестуйте его. Привет, Берни. Как спортивные каналы? Отлично. Совсем забыл. Не волнуйся за Робин. Я постараюсь, чтобы она не нуждалась ни в чем. Только подойди к ней, негодяй. Ну все, хватит. Пошли. Наш канал работу заканчивает.